Довести до кипения, но ни в коем случае не кипятить. Раиса Абелян варит кофе на новенькой плите, которую подарили знакомые. Газ в доме жительницы Кубинки провели 10 ноября. Об участии в программе социальной газификации долго не раздумывала, решилась сразу. Экономично – это раз. Во-вторых, тепло – два. А у меня была система от электроэнергии. Электроэнергия очень стала дорогая. Я платила за электроэнергию, за обогрев, где-то 10-11 тысяч в месяц. А сейчас плачу по электронному счетчику где-то 3 тысячи. До дома бесплатно платить пришлось только за обустройство газопровода в жилище по выгодной цене. Провести голубое топливо раньше женщина не могла в первую очередь из-за стоимости работ. Благодаря президенту, это соцпрограммы своевременно для многих тысяч и тысяч наших жителей. Реализация президентской программы социальной газификации началась в 2021. В прошлом году работы были полностью завершены в 60 населенных пунктах. На 2022 планы не менее грандиозные. Газ появится в 4800 домовладениях. Теплее при этом и экономнее жить будут порядка 12 тысяч наших жителей. Программа, я уверен, дает серьезный импульс для развития самих населенных пунктов, ну и, конечно, импульс для строительства индивидуальных жилых домов. По плану реализация программы социальной газификации продлится до конца этого года. Впрочем, директор филиала «Запад» Мособлгаза Илья Афанасьев заявил, что льготные условия подключения для жителей дегазифицированных населенных пунктов сохранятся и после 2022 года. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».